Всем привет! Вы на канале Лилия Воронина, и у меня сегодня эклеры. Эклеры с нежнейшим кремом, необыкновенно вкусным, воздушным, ароматным. Эклеры получились замечательные, а всего-то вода и растительное масло. Я не говорю сейчас о креме. На крем немножко больше нужно ингредиентов, но само тесто, сами эклеры – это просто прелесть, это просто прелесть. Потому что я готовила эклеры и со сливочным маслом. Ну, эти не уступают, а по-моему даже намного лучше. Друзья, я советую приготовить их. А сейчас я вам покажу, как я их готовила. Итак, поехали готовить. В кастрюльку вливаем 200 мл воды. Добавляем 100 мл растительного масла. Всыпаем 1 чайную ложку сахара и щепотку соли. И ставим на огонь. Пока будет закипать, 160 граммов муки просеем через сито. Когда водичка закипела, всыпаем одним махом все 160 граммов муки и размешиваем. Смешиваем все комочки муки, чтобы их не было до однородной консистенции. Выключаем, снимаем с огня, но продолжаем размешивать. Когда масса остынет, будем добавлять яйца. Оставим для остывания. Когда тесто остыло немного, вбиваем по одному яйцу. Каждый раз тщательно будем перемешивать. Когда вмешали одно яйцо, разбиваем следующее и тоже тщательно его вмешиваем в тесто. Вбиваем третье яйцо и снова вмешиваем его в тесто до однородной массы. Разбиваем четвертое яйцо. Снова, как и прежде, его вмешиваем. И разбиваем последнее, пятое яйцо.
Вот такой вот оно консистенции. Так вот не спадает с ложки. Тесто готово. Теперь отставляем тесто в сторону. И теперь нам понадобится одноразовый пакет и насадка. Самая большая насадка со звездочками, которые у меня есть. Вот такая вот. Будем накладывать наше тесто. На противень я положила пергамент. Смазывать я его ничем не буду. Выдавливаем формы, какие вам понравятся. Может быть длинные, может быть круглые. Все, готово. Ставим в духовку на 200 градусов на 10 минут. После чего снижаем температуру до 180 градусов и выпекаем еще 25 минут. Ну все, через 35 минут у меня готовы эклеры. Смотрите, чтобы они выпеклись хорошо, потому что если не допечете, тогда они просто упадут. Вот такие вот прекрасные. Вот такая вот красота получилась. Так, их много. И еще я поставила в духовочку кругленькие. А теперь я хочу разрезать один и показать вам серединочку. Вот, видите, какие дырки красивые. Ну, а пока эклеры мои выпекались в духовочке, я приготовила для них идеальный крем. В кастрюльку насыпаем 80 граммов сахара. Вбиваем одно яйцо, взбиваем все это венчиком до однородной массы. Добавляем ванильный сахар и снова венчиком взбиваем. Добавляем 20 граммов картофельного крахмала и снова взбиваем венчиком. Чтобы все комочечки растворились и образовалась однородная масса. Добавляем молоко порциями. Частями наливаем молочко, взбиваем, размешиваем, взбиваем, наливаем, размешиваем. Ставим на огонь и мешаем до загустения массы, не переставая размешивать.
Когда масса загустела, выключаем огонь, снимаем с огня. Накрываем пищевой пленкой контакт в контакт и оставляем остывать до комнатной температуры. А тем временем в емкость вливаем 200 граммов сливок, не менее 33%, и взбиваем их. Главное, чтобы сливки не перебить. Снимаем с крема пленочку и будем смешивать со сливками крем. Лопаточкой будем брать немножко крема и аккуратно в сливки его вмешивать. Аккуратненько, вот такими вот движениями. Очень нежненько вымешиваем наш крем, сливочки. Частями берем и понемножку вмешиваем. До однородной массы такими вот нежными движениями лопаткой. Крем получается настолько воздушным, как облачко, и такой нежный-нежный, как прикосновение перышка. Очень вкусный крем. Очень нежный, на вкус просто необыкновенный. Все размешиваем до однородной консистенции. Вот такое вот оно должно получиться. И будем заправлять наши эклеры. Вот такой вот классный крем получается. Я беру вот такой мешок и с такой вот насадочкой наполняем мешок кремом. Берем эклерчик, вставляем посерединочке и сначала выдавливаем в одну сторону, потом в другую сторону. И мы видим, что он уже наполненный. Готово. Кругленькие то же самое. Проделываем дырочку. И вот так вот вы чувствуете, что наполняется. И когда вы уже увидели, готово. И берем следующий. Таким образом заполняем все. Ну вот и все. Друзья, все готово. Эклерчики просто прелесть. Сейчас они постояли в холодильнике. Остыли, застыли. Крем застыл немножечко. И сейчас будем разрезать. Сейчас посмотрю, что же там у нас внутри. Берем. Ложим. Разрезаем.
И вуаля! Крем и с одной стороны, и со второй стороны. Ну просто замечательно! А как это вкусно, друзья! Не рассказать словами, нужно только попробовать, приготовить и самим попробовать эту вкуснотищу. Класс! Крем необыкновенно вкусный, ароматный. Эклерчики просто прелесть, просто прелесть! Thank you.